Друзья, для вашего удобства я оставил в описании хронологию видосов из цикла про новый тотем. Ознакомьтесь. И если не смотрели предыдущие части, то рекомендую начать с них, так как это уже четвертый номерной выпуск, и большой объем работы уже выполнен. На очереди обработка уже готовых элементов. Хочется добиться приятнейших поверхностей, и на это мы готовы бросить все свои силы и упорство. Будем выходить на качественно другой уровень. Но и без резьбы дело не обойдется. Так что приятного просмотра. Чё, пресс-сан? Есть косяк. Называется наш косяк. Тот, кто хочет научиться резать. И, вы поняли, короче. Must have. Обязательно. Нож номер один. Практически все можно им сделать. Тем, кто хочет научиться резать. Без него никуда. Он делает вот такие штуки. Берем вот так. Вот так. И как будто хотим кого-нибудь зарезать. Ну и равняем кромочку. Идеально. Оп. Проходим. Все. Уже не так страшно. А почему именно так держать? Ну, так. Можно так, но так просто неудобно будет. Хотя удобно, но неудобно. Следующий. Я не знаю, как называется эта моделька. Я просто взял как-то, не находил применения, не знал, как им проще работать. А потом, когда понял, как им работать, такой, кстати, прикольно. Но это не в первую очередь нужен такой нож. Например, вот здесь. Оп. Оп. Хорошо. Здесь с другой стороны надо подойти. Делаем вот так. Плоская стамесочка. Видите, оп. Тоже очень нужна. Удобно. Если нужна где-то ровная поверхность, например, вот здесь, вот тут. Вот тут я сказал, вот. Вот, видите, шершавочки, то можно и отличненько подровнять все для плоской поверхности. Для состояния, вот. Ой, как по маслу. Почти как по маслу. Вот так вот. Вот полукруглая стамесочка. Таких средних размеров есть еще больше. Такие. Есть еще тоненькие, но тоненькие, но не прям совсем. Для каких-то узкоспециализированных вещей. Вот тоже обязательно полукругленькая должна быть. Вот, а куда мы ее применим? Это сейчас вот смотрите. Сюда. Фактура такая. Какая-нибудь как чешуя. Ну, елка, зараза, да? Елка, да, но она пористый такой материал. Видишь, вроде как не режешь, у него рез не чисто получается такие пористые. Но если мы потом чего-то там с ней хотим сделать, то это не страшно. Останется фактура, все эти мелкие косячки уберут. Ну и погнали марафетить все подряд. Как видите, тут у нас и бурмашинка пошла в дело. Все зависит от степени готовности. Некоторые места стоит, конечно, еще порезать. Мы равномерно распределились вдоль всего столба, чтобы не мешать друг другу и спокойно работать в свое удовольствие. Пока Рамыч приводит в порядок фигурки, Ксюха проходится по всем углублениям узора. Задача сделать максимально ровную и гладкую поверхность. Фрезер все-таки довольно грубый инструмент, и дальнейшие корректировки вручную присутствуют. Все эти детали в будущем будут покрываться краской. И надо по максимуму исключить все сколы и заусенцы, иначе будет некрасиво, когда они отвалятся прямо вместе с покрытием. Мы используем все доступные ресурсы,
и вспоминаем штукенцы, которые уже давненько в руках не держали. Так, ребята, что у вас в руках? У меня в руках так называемый инструмент мультитул. Он, как он называется, ротомайзер. Он же стамеска, электрорашпиль там или еще куча всякой разной штуки. Насадок много, цепляешь, и он работает за счет того, что... Ух. Верхняя часть делает вот такие колебания. Очень быстрые. И мы можем что-нибудь зарашпилить ее. Когда мы делали первый тотем, это был один из самых полезных инструментов, которым мы выполнили большую часть работы. Я сейчас говорю о ликах. Кто не в курсе, в подсказочках выскочил видосик, где вы все это можете увидеть. Есть минус у него от того, что мы делаем. Мы еще носом сами цепляем в бревно, и он еще дополнительно туда делает. Углубление? Да. Ну вот он. Видишь? Раз, вот. Ну, то есть я как бы делаю вот эту часть, да, саму, а носиком самим еще туда упираешься, и он еще туда делает. То ну, есть, это, блин. Это, да. А мы сейчас только что это шлифовали, чтобы убрать всю хуйню. Чтобы визуально разграничить сюжеты, делаем глубокие рвы между персонажами. Кромка получилась довольно острая. Ее можно слезать с помощью другой фрезы, которая спецом под такие задачи. Теперь этот участок выглядит намного лучше. Это последний элемент, который мы добавили в композицию. Теперь остается все вылизать. И чтобы дело пошло быстрее, мы замутили еще одну бормашинку. Американскую, пиздатую. Если кто-то уставал, то его место занимал другой. Таким образом, к тотему приложили руки большое количество близких людей. Это финальная шлифовка. Бош показывает себя очень достойно. Стоящая вещица. Да и бормашинки в этом проекте конкретно зарешали. Может показаться, что я вообще не участвую в процессах. Но это только из-за того, что когда я работаю, то толком не снимаю. И вы видите именно те кадры, во время которых я отдыхал. Плюс среди нас было много желающих поработать с древесиной. А так как дремели у нас всего два, то я, как правило, любезно уступал. Как получается, как-то так. Ну это, вы знаете, я не то что извиняюсь, как бы оправдываюсь, я хочу объяснить реалии, что художник должен, если он профессионально, жить нормально. Вы не переживайте, впереди у нас еще покраска-раскраска, так что я свое еще наверстаю. А пока у нас получается крайне приятное тактильное ощущение от прикосновения к этим поверхностям. Все прошло, как говорится, без сучка, без задоринки. Лично я доволен результатом. И теперь каждый раз, когда прихожу в гараж, то обязательно его лапаю. Ну а дальше у нас по плану череп из дерева. На момент монтажа этого ролика мы уже почти закончили. И я скажу вам, что это вообще не похоже на то, что мы изначально планировали. Финальный результат выглядит в разы креативнее и интереснее. Кстати, залетайте в инсту, там кое-какие фоточки уже имеются. И подписаться не забудьте. Это серьезный проект, достойный отдельного видеоролика. Ребят, поддержите наши старания обратной связью. Для нас это очень важно. Поставьте лайк, если мы этого заслуживаем. И напишите комментарий. Не поленитесь, плиз. Ну а мы и дальше будем радовать вас новыми порциями нашего творчества. Всем заранее спасибо. До скорого.